Итак, друзья, мы находимся в Ark Royal of the Fittest, причем не в обычном, а как мы уже знаем, где? Ark Ascended, ёперный театр. Со мной Вадя. Поздоровайся, Вадя. Да, здорово. Здорово. Какую карту выбирать? 209. Так, что ты можешь рассказать вообще об этом режиме? Как он тебе? Ну, старый режим, скажу так, чуть получше, чем новый. Естественно, потому что тот арк более оптимизированный и вообще приятный. Согласен? Здесь хромает оптимизация в этом арке. Абсолютным образом хромает. Ну и читеров достаточно. Что, читаки тоже есть здесь? Еще похуже, чем там. Ни хрена себе, а что они делают? Как они читерят, расскажи. С этого арбалета, который со стрелами стреляют, как с турели. Ничего себе. С гарпунами. Не знаю чем, но такая раздача, как будто как с этого самого, как с турели. Ёшкин матрёшкин, но ничего, мы с ними сразимся. Где ты? Я гружусь, а что, начинает скатка уже? Да нет, 5 человек здесь. Где ты? Я бегу за тобою, как за своею мечтою. Ты-то хотел спеть мне, да? У меня объявление. Арк Айон, проект PvE X5, проект No Vibe, крутыми модами Arc Additional Collections и Arc Additional Creatures. В общем, и много-много других модов он себе имеет, скоро будет в IPC. Мы решили, ребята, балансировать моды, добавить что-нибудь интересное, например, декорации. Так это PvE сервер, и вам всем хочется строить и делать красивые здания. Предварительно, вайп объявлен на 2 февраля. Это 18 часов по московскому времени, пятница, самая ближайшая. Поэтому, если ты ищешь сервер, на котором сможешь выживать спокойно с интересными модами в старом арке на PvE, где твою базу не никто не зарейдит, пока ты спишь. Проект Ark Aion PvE – мой проект специально для тебя. Чтобы подготовиться к вайпу, просто залети в DS-сервер, и всю необходимую информацию ты найдешь именно там. О, я создаю воина. Слушай, кого мне создать? Опять у меня какой-то Леонид Агутин. Я не хочу за Агутина играть, можно какого-нибудь другого? Игорь Агуда создавай с плечами такого здорового. Ё-моё. После спортзала. Диего, аркера профессионального, да, такого? Вот он, аркер профессиональный, все. Воин ночи. Влетает. Вадя, у меня опять воин ночи. Давай, где ты, скажи, стоишь? А ты точно дуа режим нашел? Ни хрена ты, обезьяна! Добавляй. А зачем ты какого-то бородача белого создал, да, я тебя ушатаю? Я тебе старца сделал, древнего, а смотри. А ты прическу делаешь, каким хером? Древнего старца. Как тебе древний старец? Это сынок Гэндальфа, серого. Да это лох, какой-то маленький шприц. Давай это, герб сделаем. Это сынок, по-любому. Сейчас я сделаю классный флаг. Сейчас флаг сделаю нам. Подожди, Вадя, смотри, это казармы. Это башня мага по центру. Это, значит, наблюдательный пост. Это планетарий, чтоб маг мог наблюдать за всем. У него там телескопы вовсю стоят. Здесь у него штыки там всякие. Забор такой. В общем, маг при башне. Это стандарт. А у меня зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг для друга. Нет, не мы с тобой. Пошла нахер. Not for you, baby fat girl. О, ни хрена ты, мать, перепила! Ты чё, чёрт, на меня машешь своим волоснёй этой? Матню эту в штаны обратно положи к себе. И не маши здесь. Фредди Меркури! Экти Спейси! One are we and the four? Улело! Улело! In time, atarity, tantaratai-tai! That hero! Фредди Меркури! Бля, какой-то сзади пристраивается, кабаняра. Ты как отец ее просто, подойди, разберись. Ты чисто как будто ее отец старый. Всем трындец, Валя. Выбирай это самое, куда прыгнуть. Мы летим просто как надо. Давай, летим до конца. Вон к Мезопитекусу куда-нибудь туда. На берег реки Амазонки. Чё? Питька взять хочешь? Нет, я питька не хочу, просто там самый лут сладкий. Короче, фиолетовых этих, как он дроп называет, когда падает этот? Луч? Гамол, нет. А, скрейт от боксов? Да, гига падает, во. Гига, а богомол тоже падает? Да. Нам бы богомола. Вот смотри, по прямой, там есть то, что я хочу. Давай, вот, видишь, красный луч? На него полетим. Полетели. Ты видишь его? Давай лучше правее, потому что мы вот, правее. Разметку. Там потому что рядом красный и фиолетовый. Ой-ой-ой, лаги, конечно.
Готовься, Вадя, сейчас там будет сражение века. Это болото, по-моему, или нет? Это просто запруда. Тут жопу не разбил. О, террорберды! Надо приручить. Слушай, Вадя, меня забивают! Вадя, меня забивают! Я приручаю. И твою приручай, приручай себе. Лучше надо забрать, больше. А я не вижу, где он. Вот он сюда сейчас сядет, из-за дерева. Он не сядет, он лагает. Я чуть, кстати, не отъехал. Давай, забираю. Забирай, что там дали. Броню дали, отлично. Броню и лук. Почему у тебя хп нет? Я отъедаюсь, все нормально, не переживай. Все, погнали качаться. Нам еще фиолетовый луч надо забрать. Ты видишь его? Говорю, крыса, будешь тиммейт. Это душа тиммейта. Стамины, как у кота мозгов у этого. А что, у кота мозгов мало, по-твоему? Сейчас ты всех котиков обидишь. Видишь, стамина как пополняется. Лагивает, малех. Пойдем там на фиолетовый, Вадя. Полетели. Где ты? Вот вниз спустился. Угу. Иду. Давай к лучу к этому. В принципе, вдвоем мы этого Рекса запинаем, если надо, конечно. Он идет сюда. Блочки нет у нас? Нет. Есть, есть, есть у нас блочка. Давай, наваливаем его. Да. Что, приручаем? Давай приручим. Давай, 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 быстрее, пошли. О! Надо, садись на Рекса. А нафига мне на Рекс садится, у него стамины ни хрена нет. Воу-воу-воу, я иду на Рексе. Вот на Рексе лучше ходи. Кир ему третий набей. Вон там еще Рекс, давай армейку Рексов сделаем. Здесь, Вадя, рулит маневренная живка. Рекса здесь не в почете, ты же знаешь. Бля, какой активный Рекс. Грызается просто. Вот так вот, стегозавра. Вот еще одного можем Рекса. Давай. Ты тоже на него о, сядешь, хрен, значит. Я... Этот самый ответ. Бля, он сам идет к нам. Драки хочет. Сейчас мы его съедим. Тихо. Приручай. Сейчас сажусь. Пошли. Ну-ка, сейчас. Вадя, нам нужен на берег реки. Нам нужен медведь. Чем нам медведь, если мы Питька можем сейчас приручить? А, мы далеко от Питька. Мы недалеко от дракона. Не хочешь дракона приручить? Да нет, боссы, они бесполезны, они слабые. Вот членоголовы хорошо за них дают, надо загрызть. Давай. Заедаем. Ты посмотришь, сколько дают, смотри. Да я знаю, сколько, я же вижу, плюс 120 написано. Рексов качать надо. Конечно, конечно, давай Рексов прокачаем. Они, по крайней мере, нашей защиты будут. Вижу тир третий вот, неподалеку. Это дракон. Это дракон, да. Там лут зеленый, пойдем да? Заберем. Пойдем. Нет. Заберем лут, наверное. Варионикс, он нужен нам! Стамины нет этого Рекса, ни черта собачьего. Что я Рекса было? Убил кого-то хрена. Как ты его убил? Нечаянно мискликнул. Ну, короче. Трындец. Будешь на Барионик. А Барионикс быстрый, мне нравится. Идем. Ты почему луч пропустил? Вот здесь луч. Хорошенький. Зеленый. Вадя, давай забивать этого крокодайла. Или ты на луч бежишь? Нахрена нам луч зеленый? Ресы. Чтобы потом делать стрелы. Стрелы он собрался делать. Нашелся тут стрельных дел мастер. Леголас, да? Да. Вон там фиолетовый. Вот фиолетовый нужен. Пойдем, пойдем на фиолетовый. Давай, давай, к фиолке.
Вот и понимаю. Луч. Мы уже на босса набили очков почти. Да не нужен нам босс, блин. Неужели ты босса хочешь? Ну я думаю взять, знаешь, как Пятёк камнями тут кидает? Как бешеный. Блин, дракона забрали. Остальные бесполезны. Ты помнишь, на проматери стоял, как лох? Да, да. Забирай луч. Кто к нам близко? Бродмадер уже не в это, не в почете там. Не в почете. Можем к лучу, к это, к Пятьку пойти. Но Пятёк слабый, блин. Возле Пятька дракон ошивает. Значит, качаемся дальше. Погнали еще к болоту, мне еще бариониксы нужны. Нам нужна армия бариониксов, Вадя. Гэри какого-то убили. Тащили. Просто его. Пойдем сейчас на голову съедим. И высматривай бариониксов. Смотри, он носится. Топчет, там топчет. Два. Они втаптывание производят, смотри, максимального уровня. Эй, рэп, давай одного членоголового заберем, он будет это. Нет! О! Будь дефать нас, если что. Он 600 очков уже. Качай своего бариониса. Сейчас буду качать. Раз мы босса не берем, вкачивай бариониса. Все, по максимуму вкачал. То есть барик уже пределе. Сейчас теперь вкачиваем Рекса, чтобы он вытанковывал все. Блин, еще одного бариониса бы. Вообще, Вадя, армия бариониксов — это топ. Сейчас хилю Рекса. Тир один уже. Отлично. Давай набивать. Еще членоголовые нужны по максимуму. Затопчем их, да? Да. Но они же бегают как шубанутые. А вон там впереди, посмотри, сколько лучей. Миллионы. Вижу бариониса. Прям по курсу. А стамины нету у Рекса. Это просто жесть. Я ворвался просто в толпу фанатов. Динокрейт пускай. Слева. Но мы не успеем до него. Бариониса приручаю. Ты его чуть не съел. Успеем. Погнали на него. Ля спиноча кто-то завалил. Беги, потому что у меня стамины нет. Первый забежишь. Ну давай, поспевай. Я хотя бы проверю, что там. Набираю стамину. Хотя он, наверное, там очень... Там считается ящик не так, как раньше. Так. И тебе нужно убить его сначала. Ну да, так всегда же было. Не-не, это немножко по-другому. Ну, увидишь. Может, гига там спускается. Ты идешь за мной? Иду, иду. Я ж по мере стамины. Мне кажется, правда, не успеем. Там ублюдки будут какие-то. О, они стамили мегапитька. Ну, если мы соберем достойную армию, мы его раскатаем очень быстро. Нам нужен еще один барионик с третьего тира. Ну так качаю этого и, короче, ну ты понял. О, красный луч здесь, да, насколько я понял? Сейчас этого вкачиваю. Вкачиваю все очки. Все, нет, все, все, у нас теперь два барионикса топовых. Погнали дальше. Ты будешь Рекса качать или на барика сядешь? То, наверное, надо пересаживаться. Потому очень медленный. Да, стамина я могу никакую у тебя. В этом. Подожди, притормози, да я сяду на это. Вадя, впереди Рекс со второго тира, пошли забьем. Погнали, я на барионик. Идем быстро. Давай, давай, давай. Они ждут, петухи, короче, эту хрень. Ты в курсе, что они ждут? Что они ждут? И на крейт они ждут. Они убегают от нас, никого не ждут. Пошли за ними. Ой, нагоним. Ой-ой-ой, пусть готовятся. Сейчас у них стамина просядет, они в жопе. Да, будут. Да, да, да. Наша армия вся идет, вся идет. Не отпустим их, Вадя, не отпустим. Это первые наши жертвы. Я бочку выбрал сразу же. Хорошо. Ты со мной? Ну иди, иди, иди. Вот, догоняем уже Рекса, сейчас будем есть его. Все, мандец. Давай, давай, давай! Врываемся в Рекса! Грызу, грызу. Грызу. Все, наша братва подошла. Вадя, он у меня выгрызается! Я забиваю его Рекса! Забиваю? Нет, стой, 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 ничего не делай! Стой, стой, стой. Забираешь его? Да. Давай, давай, давай. Я думаю, думаю, кого забрать. Нет, я его не заберу, я заберу своего бариониса на место. Мне все-таки барик более ближе.
Забирай, Барик. А вы того упустили? Кого того? Надо птицу похилить. Сейчас похилю. Все, птица тоже третьего тира. Рекс только первый у нас. Нет, вспомнил. А там ушел к нас второй Барик, сраный. Ну, мы его не нагоним. Ну да. Ну забили хотя бы дружка его. Ты не забываешь, что на дерево можешь залезть еще, если что вдруг. Опять? Да-да, с булочкой залезешь по-королевски. Если вдруг там этот будет. Кольцо. Давай к луту, сюда. Нормально. Щеноголовый ходит, он кого-нибудь растоптать хочет прям. Жаждет. Он жаждет растопки. Бреник хорошо плавает, конечно. Естественно. Мина не заканчивает. Так, идут пацаны. Надо их, блин, поднять как-то, я не знаю. Где тут? Не на ком, блин, живки нету, которую поесть можно. Сейчас в комментариях напишут, лучше бы вы Рекса забрали. Да-да. По-любому. А что Рекс, вот, не понимать должны, что он еле-еле двигается. Да, да. О, впереди луч хорошенький, красный. А Барик это Барик, тем более третьего тира. Так, а как залезть? Не спрыгивай, не спрыгивай, сейчас упадешь вниз. Иди сюда вот, вот сюда. Отсюда надо как-то, туда. А, так слева вот обойти, раз. И все, и мы там. Если там кто-то поднимается, поднимается кто-то к лучу. Вижу. Гони его в шею. Он залутал? Я не знаю, а где наш луч? Он залутал его. Петухан, блин. Как он так быстро это сделал? Он на какой-то живке мелкой, потому что... Скотина. Карлин, что ты хочешь? Заберем в армию. Чем больше армия, тем лучше. Пойдем вот в это ущелье. Назовем его ущелье Карна. В честь вот этого Карна, который с нами... О! Динокрейт падает рядом с нами. Мы можем не успеть, зона. Так она ж не идет еще. У нас нету поинтов на него. Набивай срочно. Набиваем, давай. Грызи все подряд. Над нами какой-то тир 2 стоит. Стрелять на нас будет с блочки. Мы тоже можем стрелять на блочке. Бля, говнюк стоит в наглую. Где он? Вон, над нами прям. Просаживаю ему всю жизнь его. Давай ему это с блочки. Блюдочнику. Ох, если зона сейчас помчит. Дождемся, чувствую, медленно спускается. А я чувствую, что у нас просто поинтов может не хватить. Не, дождемся. Так, надо кицаля сбить. Сбиваю кицаля. Ты тоже сбивай кицаля, блин. Не получилось. Петух улетел. Скотина. Блин, а кто ж там сейчас будет? Может реально поинтов не хватить. Он там на горе останется, вот ублюдыш. Пошли слева заходимся. Слева. Куда давай, там давай. А, все, тут зона. Все. Все, ущелье Раптора. Уходим. Слушай, а мы походу сдохнем сейчас в этом ущелье Раптора. Давай, Дядя, мы сдохнем налево резко. Резко налево. Давай туда бежим вот. Куда я побежал. Ой, как лупит больно. Ничего. Сейчас. Вот там есть вход наверх. Твоих вариантов. Кажется, мы просрем сейчас, Вадя. Живем. Держимся. Живи, Вадимка. Живи, блин. Хиль живку хиль. Да у меня нормально все по живке. А мне ненормально, поэтому я хиль немедленно. Вся наша армия пала. Просто пипец. Из-за динокрейта, из-за этого. Жадность сгубила. Давай хоть раптора заберем. Он на людей запрыгивать будет. Ты шо, не съешь его? Будет прыгать, скидывать. У тебя жуки, нет КП. Прокачиваю. Опять зона мчит. Погнали. Мчит, да, реально как бешеная.
Вон справа Рекс какой-то ходит. Недружелюбный нам. Стега. Быстро пришли. Они вон шагают, прям вышагивают, наглецы. Погнали, нам с ними не надо драться. Нам надо в зону. Ну тогда поехали прямиком к белой крупке. О, нам надо раптор идти. Нас нагоняет он. Сзади. Уходим. Пусть нагоняет сколько хочет. А кто там, Рекс, да, сзади? Не спинозавр. Знаю, некогда смотреть. Ой. Или третьего. Там первого и третьего, они вдвоем. Пойдем. Он сейчас Пятёк морду кирпичом разобьет и все. Пролак какой-то случился. О-хо-хо! Рина! Давай, Вадя, втыкайся в него! Иду. Быстрее, он меня забодает сейчас! И меня. Хили. Хилься? Бодает, сильно бодает. Я сбил его, сбил! Убиваем. Загрызать надо. Я загрызаю. Доели? Мне надо с ним возиться. Сейчас я его с блочки с Рексу поддам. Тут где-то чувак, надо его забодать. Вот он здесь. Вот, грызи, он с гранатометом. У меня зависло все. Доедай его, Вадя, доедай. Грызу. Сейчас. Не оставь дурака. Где он? Черт его бери, куда побежал? Лошара вонючий. Вадя, он тебя настреливает откуда-то. Я вижу. Перезаряжает гранатомет. Я его не вижу, понимаешь? Не вижу козла. Я тоже. Он попадет в живку, все. Летит ракета. Барионикс попал. Сейчас поднимай барика. Поднимаю. Садись. Вон он слева. Хорошо. Вон. Вот здесь. В тебя воткнулся кто-то. Это медведь. Что? Медведь, убегаем. Уходим, все, нет тогда уже. Наверх давай. Давай. От медведя по камням прыгай, он будет останавливаться. Правее. Надо. Ой, все. Беги, Вадя. В зону. Давай в зону быстро. Все, медведь зажал, скотина. Текай, хлопчик! Ты умираешь, что ли? Ты живешь? Вадя, ты живешь? Тихо. Да, живой. Ну хп нет. Отхиливай. Ба, и медведь догнал все. Я пацана нашел. Пацана долбай. В зону его туда, козла. Сейчас я не отпущу его! Не отпущу дурака! Там замес сильный, замес. Я вижу, я в этом замесе нахожусь сейчас. Медведь справа от тебя обходит. Ой-ой-ой, лагает, спинач меня. Ага, до свидания. Вот я сиганул, конечно, прыжок веры был. Беги вниз, спрыгивай сразу же. Ой-ой, сейчас зона подожмет. Мне тебе кого-нибудь приручить надо. Пока не надо, пока уйди от них, от всех. Этого ты не дождешься, успокойся. Звездец, конечно. За тобой бежит этот. Да я Барионикс знаю. Тоже тир 3. Капец. Барионикс или спинозавр? Уже не бежит. Все, они что-то успокоились. Они ждут Динакрейт, ублюдочники. Ты бы блочку заряжал бы уже и подхилил жилку. Перезаряжай булочку. Что делаешь-то? Растяжечку. Сейчас медведь, да-да-да, взорвет, сука. Конечно, падла. Пусть лезет. Лезет, по-моему. А заманить их сюда, в булочки стреляй по ним. Вон того лоханда сюда заманить. Бежит. Или не бежит, или бежит. Идет, поднимается, все, сейчас взорвется. Он увидел взрывчатку. Он не пойдет к тебе, он видел взрывчатку. Оля, как убежал отсюда, как крыса. Крыса, да. Позорник такой. Он увидел взрывчатку. Я тоже увидел. Тебя стреляет в лучи. Угу. Ой, наверное, это финал сейчас здесь будет. Ну да, собственно. Звездец.
Это ты в финале. Я в финале. А подойти не могут, лохи. Можешь забрать свои эти гранаты? Забрать надо, наверное. Зачем ты сейчас их... Ух, чё за бронтач? Слушай, у тебя там 3 человека осталось. Всё. Ты видишь? Да. Их убить нехрен делать. Мегатери тут приручил. Тир 3. Во, сейчас он тебя пойдет. Мани его туда, мани на гранат. Бля, зажал, зажал меня. Хиль живку, живку хиль. А где мой мех нет почему-то? Странно. Значит, зона их. Все, тебя сейчас убьют. Убегай. Луч, луч. Убегаю. Не успеешь. Кошка какая-то. Тебе надо выхилиться. Выхиливаюсь. Меня три только не подходи, вот я жоп. Трындец, Вадя, что происходит? Финал. Что происходит? Бля, почему в меня так вцепился, говнюк? Ну потому что некого больше. На Рекса он не полезет, он не дурак. Звездец. Тебе надо по ним настреливать. Как-то стараться. Живка вообще дохлая у тебя. Стенач дохлый. Есть. Его надо убить. Ну все. Минус один. Живку хиль. Живку хиль, говорю. Сейчас, бляха, Вадя. Убегай, убегай все. Вон там чувак возле Вариона. Ну все, он тебя сейчас не отпустит. Забрать не можешь, Марион? Нет. Не можешь. Чувак где-то здесь, он на крюке кошки подтянул. Бляха, Вадя! Все, мне тренда. Беги. Наверх тогда. Заберу с собой! Ублюдка этого! Мальца с собой забрать надо, задание мое! Пей кровь. Кровь пей. Пью, пью! Давай, забирай этого ледосика. Там у нас дробовик есть, можно. Я заберу его с собой, Вадя. Заряжай, заряжай. Заряжаю. Спину ему сразу. Заберу с собой, ублюдка. Лоху позорному дробовика. Заберу, заберу с собой. Стреляй, стреляй. Не убил. Отпиваюсь. Отпиваюсь. Вон он бежит, лох. Медведя, 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 гости. Гости медведя. Бляха, вознёсся. Один остался. Ну, о, видишь, на втором месте. Ой, блин, все равно выбил второе место. Кстати, ты был прав насчет медведя, надо было брать медведя. Конечно. Но зато, Вадя, я не отдал игру тому лоху. Я за ним бежал, выслеживал. Как тебе игра? Я думаю, нормально. Ребятам понравится этот матч. Конечно. Он действительно охрененный, полон прям сил, как раньше. Mm-hmm.